Ну что ж, завтра у вас будет уже первый прикорм. Мяу, мама придет в норму, немножко пополнит. Я считаю, просто я кормлю мамочку, ну хорошо, но, к сожалению. Нет, это еще не все котята. Ты маленький, ты прям рядом со мной. Ты прям здесь. Солнышко маленькое. Мой хороший. 3 месяца получите документы и сможете жить где-нибудь. Не знаю, с кем, где. Ой. Ладно, что, хочешь, я ушла, да? Я думала заснять. Ты маленький. Ой, как бегаем уже. Ковер сегодня постелю. Жду просто чистый коврик, чтобы привезли это, да? Им будет лучше. Мяу. Ты маленький. Все вы носители серебра. Маленький, привет. У нас всего 2 девочки в помете. Дай лапу. Ты умница какой. Какой молодец. Лапу дает. Ты какой сладкий. Ты какой молодец. Ой, тишусь. Пупсик маленький. Ну, первую прививку нам еще рано. Потом уже проглистогонит сначала, это в январе мы сделаем, проглистогоним в середине месяца, а потом через 10 дней прививка. Мяу, такие хорошие. Мамочка пошла вон пить водичку, пьет воды много, корм хорошо уплетает. Вот Канин Рояль супер прием класса для мамы котят с рождения. Ой, вот это вот у нас. Диана рожала, сколько раз у меня уже запуталась, даже чистенькая, чтобы было там у них. Так, что-то они там занесли непонятное. Ну, вот эту штуку мне надо убрать. Надо обязательно. Как вы ее порвали мне? Вот с белым наконечником это у нас девочка. Вот, 2 девочки, по-моему, да, белая и темненькая. Не знаю, будем ли мы участвовать в выставке с ними, когда они будут уже более взрослые. Но меня это не пугает. У нас есть палатка специально для них и для мамы уже новая с Италии. Это так, просто сами соорудили для дома. Вот. Папа чемпион ВЦФ. Нет. Мама. 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 Да, нам это всего сейчас 1 год и 2 месяца. То есть мы еще совсем молодые. Это мама молодая. А вот коту уже 2 года. Так на самом деле очень даже не дешево обошлась мне она и кот, потому что она, у нее родители из Питера, и плюс ко всему прочему, ой, стенку запачкали, кошмар. И она себе морду запачкала, да, мыла. Сейчас будем мыть морду. Морду мыть будем. Вот. Так приходило, не было вот такого, чтобы это грязные мордочки. Вот. Бортик я убрала, чтобы котятам было удобнее. Это. Вот. Такая моя прелесть. Это еще груминга у нее не было. Там 3 месяца. Моя детка, как я ее люблю. Так вот, кот у меня из Казахстана, но
другого города. Вот. Мы с Алматы, Казахстан. Моя сладкая. Ну как жалко, что я не могу это. А, какой молодец. Ребенок. Ай-яй-яй-яй. Давай. Давай. Вот оно. Ну, правильно. Дорогая моя, скучала по мне. Я стараюсь к тебе заходить, как могу. У нас питомник. Да, у меня одна самка и один кот. Но мне достаточно. У меня очень это уходит затратно на самом деле. Я бросила там свое любимое хобби. И все, потому что мое счастье, моя радость вот в этих маленьких комочках, в этой моей кошечке, в моем коте. Кота я могу позже показать. Кот был сегодня искупан мною, и все хорошо прошло, но он не любит купаться. И, собственно, ушел от меня. Чтоб я его не трогала. У него есть место, где он лежит, я его не тревожу. Мы ухаживаем за детем. Эй, кто здесь? Мою ножку немножко и большие глазка вы не делает. Ты мой хороший. Ты мой маленький. Ты мальчик. Это я сразу заметила еще до твоего месяца рождения. Ты вообще молодец. Первый лоток освоил. Иди ко мне. Освоил. И все сделал. Только не обижайся, если я перепутала тебя. Слушай, девочка. Я не буду обижать. Я тебя люблю. Я всех люблю. Ты моя солнышко. Как я рада, что беленький. Хоть двое, но беленьких есть.